Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні в ефірі про боротьбу з коронавірусною інфекцією. Це не дивно. Нам з цим жити ще в 21-му році, напевно. Ради вітати в нашій студії проректора з науково-медичної роботи, проректора з медицини Міжнародного гуманітарного університету, нашого товариша В'ячеслав Полясний. Пане В'ячеславе, доброго дня. Доброго дня. Я недаремно сказав про 21-й рік. Ми читаємо новини, думаємо, що це за новий вид вже коронавірусу, який винайшли в Великобританії. Багато країн зачиняються від сполучення будь-якого з Великою Британією. Ми навіть чули, що і в Україні є вже перший випадок. Що це за друг, брат, товариш COVID-19? Да, вирус нас не перестает удивлять и не дает покоя всем жителям Земли. И новый фенотип вируса, который сегодня выявлен, был не сегодня, ближайшие вот эти вот последние 9 недель мониторировался в Великобритании, в Юго-Восточной Великобритании, показал, что это абсолютно очень сильно мутирующий вирус, который отличается от других мутаций, которые были раньше, а вирус мутирует постоянно. Тем, что он склонен к очень быстрому распространению. То есть если там где-то 9 недель тому назад заболевало где-то порядка 100 человек на 100 тысяч населения в Великобритании, то сегодня это уже 400. То есть его заразность выросла в 70 раз, а по некоторым источникам вообще считают, что более 200 раз. И вот эти случаи, и аналогичные случаи уже выявляют и во всех многих странах европейских, в Австралии. Вот, не исключено, что они есть и в Украине. И это сегодня, конечно, очень сильно напрягает правительство всех стран в том плане, что справится ли медицинская система, хватит ли у нее ресурсов. И он дает очень много вопросов и ученым, и медикам о том, насколько мы готовы и в плане тех инструментов, которые умеем бороться с ним. Вирус ставит очень много вопросов. Да? Это о том, что какая тяжесть у него будет, больше или меньше. Очень много людей, по тем данным, которые поступают с Великобритании, от Центра контроля заболеваемости европейского, о том, насколько заболеет очень много среднего возраста людей. Проблема возникает с эффективностью лечения, рековалесцентной плазмы, которые переливают. Ну, то есть очень много проблем возникает вообще о эффективности вакцины по отношению к этому вирусу. И это создает сегодня очень, ну, такую достаточно напряженную ситуацию в медицинской среде. Чи є інструментарій, щоб діагностувати, що це саме той вірус, про який ми говоримо, скажімо так, британський вірус? Чи є інструменти, щоб тестування пройти і визначити, з чим ми маємо справу? Да, действительно, сегодня как бы вопрос о том, а будут ли работать те тесты, которыми мы пользуемся сегодня в Украине, для того, чтобы эффективно и достоверно выявлять наличие этого вируса у человека. И это тот вопрос, который ставят. Но уже есть такие тесты, и наша университетская клиника, уже, которая работает в партнерстве там, с лабораториями, в которых мы делаем наши тесты ПЦР, получила подтверждение, что мы к Новому году можем уже получить новое тесты, которые дадут возможность верифицировать, какой это вирус, будем так сказать, или это вирус уже типичного образца, который гуляет по Украине, или это вирус там нового английского образца, который вот сейчас выявили. Это, думаю, что очень важно, это нам позволит детально изучать тонкости течения болезни. Новый вирус, новый протокол лікування, чи можливо той протокол, який був затверджений, якого більш-менш дотримується, він теж буде таким антидотом? Ну, к сожалению, антидота к вірусу нет, этиотропной терапии не существует. У нас так называемое сострадательное лечение. То есть мы используем те препараты, которые на определенном этапе показали в тех или иных исследованиях и опытах свою достоверность. Да, и ну, я думаю, что в принципе больших изменений в подходе к лечению не будут, если вирус не будет выдавать какие-то новые нам изменения, которых ранее не было в организме, как реакция организма на воспалительный процесс. Вот, каждый ежемесячно идет обновление протоколов. Мы в нашей университетской клинике и в амбулатории, и в стационаре используем
самые последние протоколы. То есть мы ориентируемся и на протоколы Соединенных Штатов, и которые там работают, и также, в общем-то, которые не противоречат национальным нашим украинскому протоколу. Ну, так чи інакше, люди по-різному переносять інфекцію, якщо вони вже, на жаль, її підхопили. Питання стаціонарного лікування, воно до сих пір на порядку денному, постійно чогось не вистачає, постійно не вистачає ліжок медичних. Я знаю, що у вас є, що повідомити нам, є якісь рухи в вірному напрямку. Розкажіть про відкриття нового стаціонарного відділення, в тому числі і за ініціативи Міжнародного гуманітарного університету. Да, дійсно, ініціатива нашого почетного громадянина Одеси Сергія Васильовича Ківалова, которая была в марте месяце, не потеряла, по созданию Центра противодействия коронавирусу, не потеряла свою актуальность. И сейчас, даже наоборот, мы наращиваем наши компетенции, мы чувствуем востребованность нашу среди не только, как мы сначала предполагали, среди студентов и преподавателей Национальной юридической академии, Международного гуманитарного университета, но и в целом и население Одессы и Одесской области. И мы вот сейчас создали партнерскую программу, и мы развернули и переоборудовали комфортабельную гостиницу в стационар Центра противодействия коронавирусу университетской клиники Международного гуманитарного университета, развернув там 40 коек и палату интенсивной терапии с полным кислородным обеспечением и со всеми необходимыми инструментами, диагностическими в том числе, для того, чтобы обеспечить качественное медицинское сопровождение и лечение людей, которые будут нуждаться в медицинской помощи. Мы же научное заведение, учебное заведение, поэтому мы всегда ищем какие-то новые решения. У нас есть хорошие партнерские программы с харьковскими учеными. Не зря наш президент назвал Харьков украинской силиконовой долиной. Мы сейчас активно используем те инструменты, новые диагностические приборы неинвазивной диагностики, которые позволяют проводить недорого и в большом объеме скрининги по определению групп риска по тем или иным заболеваниям, в том числе и по коронавирусу, что может быть очень интересно для развития регионального здравоохранения в том числе. Вот. Ну, то есть все инструменты, которые сегодня можно подтянуть, вот такие, которые могут облегчить работу и медикам, и снизить риски для пациентов, мы используем. Давайте скажем, где находится стационарное отделение, адресу, и кто может туда звернутися, в какие условия, там, ну, потрібна декларация с семейным лекарем, можливо, еще. Безусловно, все те, которые имеют декларации с нашими семейными врачами, они пользуются приоритетом, но, учитывая, мы не являемся государственным учреждением, мы находимся на самофинансировании, и поэтому это стационар, как и, собственно говоря, и вся университетская клиника работает в основном за источником тех денег, привлеченных, которые оплачивают сами пациенты, да, если это амбулаторно, это контракты с НСЗУ. Вот, он находится на 13-й Фонтана, Гаршина 3, там 40 коек, вот, и он готов к приему пациентов, он уже принимает различные степени тяжести, то есть у нас практически нет ограничений для людей. Хочу сказать, что идея это не нова, она имеет решение и за рубежом. На сегодняшний день гостиницы, как никто, наиболее подходят по своим санитарно-гигиеническим требованиям и возможности изоляции пациентов и друг от друга, в плане того, что это отдельные номера, абсолютно автономные, со санузлом и тому подобное. Наверное, в Одессе соответствует только часть отделений в инфекционной больнице и в некоторых и в частных клиниках. И это, конечно, вопрос безопасности пациентов и вопрос эффективности лечения и распространения перекрестной инфекции и так далее. Питань с киснем немає, це найбільш актуальне питання останні кілька тижнів для одеських. Да, там 100% реализовано решение, да, подход такой. Пациент ни при каких обстоятельствах не должен остаться без кислорода. Есть дублирующее решение, и как подача высокопотокового кислорода, и так и использование концентраторов.
И у нас не может быть таких проблем, которые сегодня иногда возникают в связи с похолоданием в городских или областных больницах, когда замерзает кислород и падает давление. К счастью, наши решения позволяют обеспечивать устойчивость системы. Вот, мы имеем свою экспресс-лабораторию, которая позволяет буквально там, в считанные там, полчаса получить результаты необходимых лабораторных исследований, так называемые ковидовские маркеры. Вот, которые позволяют сразу же начать лечение. То есть, ну, вот эти все моменты делают нашу клинику достаточно успешной. Фахівці, які там працюють, це люди, в яких ви впевнені? Це... Ну, у нас новачки. Університетська клініка, Міжнародний гуманітарний університет, має факультет післядипломної підготовки. У нас на факультеті в цьому році дуже багато пройшло обучення врачей-анестезіологів не тільки нашого регіону, але й інших. И они знают нас, и когда нам нужно было создать свою медицинскую, набрать врачей, то очень многие откликнулись, врачи, которые сегодня работают во многих городских и областных учреждениях, в опорных больницах. Это врачи-анестезиологи, реаниматологи, которые работают непосредственно с самыми тяжелыми пациентами, и у нас они обеспечивают все медицинское пособие для тех людей, которые у нас лечатся. Пане Вячеславе, це, звичайно, добре, що ось такі заклади, як готелі, переоборудуються, да, перебудовуються майже в лікарні, в стаціонарній лікарні, тому що дійсно туристичний сезон, він був такий, яким його зробив COVID-19. Але все ж таки, якщо ми повернемось на кілька місяців тому, ми бачили, як реагували інші розвинуті, розвиті країни, не будували лікарні, будували комплексні лікарні. Наша країна теж отримала фінанси, були закладені кошти в бюджеті, була допомога там, західних різних партнерів. Але чомусь кошти вони не пішли на будівлю сучасних лікарень, лікарень 21-го століття. І ось саме через це ми повинні якось реагувати. Так, добре, якщо є можливість перебудувати готель, але взагалі ну, ситуація, на мій погляд, більше на кризу схожа. Да. Ну, тут как бы два аспекти. Во-первых, построить новую больницу – это очень сложный технологический и временной процесс, и поэтому делать новую больницу – это работа на перспективу 10, 15, а то и 30 лет. Да, потому что медицина – дорогое удовольствие, и нужно закладывать проекты таким образом, чтобы они были актуальны в, далекой, в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Конечно, есть программы по строительству великобудівництва, которая идет, и то вкладываются деньги. Но есть еще, наверное, большие проблемы в целом с государственным менеджментом в нашей стране на различных уровнях, которые очень бюрократизированы, заангажированы, политизированы, что, безусловно, тормозит все эти вопросы. Когда возникает острая ситуация, это война. Да? Это, можно сказать, что это биологическая война между человеком и самым опасным, коварным и самым примитивным существом на планете. Да? То есть то, что говорят между живым и неживым вирусом. И здесь нужно, конечно, принимать самые быстрые решения. Они должны быть максимально эффективные и минимально затратными. И тут нужно, конечно, заниматься правильно и аналитической работой, и прогнозированием. Мы сегодня не можем сказать, а какая у нас будет ситуация, какая нам нужна будет мощность коек, запасов медикаментов, кислорода через две недели, через месяц. Это очень важные вещи. Да? Идет Новый год, будут фактически многие институты остановятся, многие коммерческие проекты остановятся, логистика будет другая. И это, конечно, несет очень большие риски. Об этом все, конечно, безусловно, нужно было думать летом. Нам повезло в том плане, что, в кавычках, что мы не успели закончить реформу, и у нас остался огромный запас коечного фонда. В Одесской области это порядка 15 500 коек у нас есть. Да? И там работают люди, врачи и тому подобное. И эффективность в городе Одессе только больше 4 500 коек. Использовать эффективно этот ресурс, это я не считаю ведомственных больниц и частного сектора. И этого
Ну, это очень большой резерв, просто его нужно правильно использовать. Конечно, если бы государство активно использовало правильно и быстро реализовало ресурсы, то, наверное, многие бы частные решения с удовольствием бы работали под бюджетные деньги и принимали бы пациентов. Да? И потому что они могут себе позволить дать хорошую зарплату врачу, такую, чтобы он не уехал в Польшу, допустим. Вот. Ну, мы маем и шумаем, да. И поэтому рынок сам реагирует на ту потребность, которая сегодня возникает. Вот, поэтому создаются такие проекты. Такие питання, прогноз, все ж таки ми зустрічаємося наприкінці 2020 року. А в 2021 році чого чекати нам, от вам, як фахівцям, нам, як журналістам, взагалі від цієї боротьби, як ви сказали, там, живого з неживим, але все ж таки, чи будуть якісь досягнення, ну, принаймні, у нашої держави, в нашому регіоні? Чи зможе Україна, Одещина підійти якось більш готовою для того, щоб, ну, стабілізувати ситуацію? Хоча б так. Ну, тут прогнози давати складно. Дійсно, ми можемо. Ну, боротьба живого з тим, що ми називаємо на межі живого, да, дуже складна. У нас немножко разный промежуток эволюционной жизни на этой планете. Но то, что пандемия поменяет все, это точно. То, что нужно быть готовым к каким-то новым вызовам, как мы сегодня имеем, это точно. Один, вероятнее всего, один человек со сниженным иммунитетом вырастил в себя мутированный вирус, который побежал сегодня по одной из развитых стран мира. Хорошо, что там есть инструменты, которые позволяют мониторить и быстро определять эти изменения. К сожалению, у нас такого нет. Вот. И не исключено, что завтра вирус может выкинуть еще какой-то новый конек, да, и опять поставит нас перед выбором. К сожалению, мы его догоняем, да, а он убегает от нас очень достаточно быстро. И он очень сильно влияет на нас, и на общество, и вообще на взаимоотношения в целом и на планете, и между странами, и между людьми в рамках одного государства, одного города. И будет меняться, наверное, это будет касаться и общественного уклада, и каких-то усиления работы государственных структур, потому что здесь, возможно, будет идти... глобализация будет уходить на второй план, будет идти регионализация. То есть, наверное, и это все будет заставлять нас не рассчитывать на помощь товарища, да, или ближайшего, а искать в себе свои ресурсы для того, чтобы создавать себе самодостаточное общество, которое позволило бы потом, в общем-то, в других ситуациях чувствовать себя безопасно и создавать себе какую-то подушку безопасности. Вакцинация за, против? Вакцинация за, да. Это действительно очень важно, и сейчас даже меняется, кстати, структура заболеваемости. Я вот общаюсь со своими коллегами, лор-врачи говорят, такого не было, вот как вирус влияет, да, пропали гаймориты, вот, да, они, то есть их, то есть, говорит, такого не было, говорит, у меня лор-врач, говорит, такого не было, я за три осенних месяца всего двух человек принял с гайморитами. Хотя в другие времена, и это касается и других форм. И вообще вот система общественного здравоохранения, и она, я думаю, будет очень сильно переосмысляться в следующем году, потому что когда начнут обрабатывать статистику, то мы получим очень много интересных сюрпризов. И мы поймем, что, может быть, у нас неправильные ресурсы, мы их не так используем. Але ми про це обов'язково будемо говорити і в наступному році. Дякую В'ячеславу Полясному, нашому експерту з медичних питань. Успіхів вам, здоров'я в новому році, в непростому році, але переживемо якось, переживемо. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.